Но здесь нужно зеркало отдельно покупать. Стекло бракованное. Депиляцию себе сделаешь? Всем приветик. Всем привет. Ой. Мне уже немного лучше. Еще подкашливаю, но горло уже не так болит. Что-то написала follow your dreams. Опять нету батареек. Я уже устала батарейки покупать. У вас столько всего. Светильников столько. И везде батарейки нужны. Папа поехал с Максом и с Каролиной в магазин. Максу вчера выдернули зубик и пообещали ему машинку купить за это. Ну-ка, что купили? Показывайте. Что это такое? Что такое? Змея. Фу, она липкая. Ну, это пыль собирать, да? Мусор собирать. На полу не оставляй только, Каролин, пожалуйста. И Бонни не давай. А это что такое? Это антистресс, да, типа. А там вытащить можно его, да, отсюда? Нет. Нет. Только не лопни, Каролин. Да, можно вытащить вот так. А потом не засунешь, не надо. Потому что на улице холодно, а здесь тепло, поэтому потеет. Бонечка, все, мы поехали тогда. Ксюша у нас остается нянькой сегодня. Смотри за ними, ладно? Сегодня уже не успеем, потому что сегодня, да, нет, на следующей неделе в субботу. А может, среди недели. Посмотрим. Девчонки уже хотят покупать на календарь рождественский себе подарки. Три недели осталось, и нужно успеть. Ну, получается, эту неделю уже все не получается. Вот, осталось, значит, две недели. Два выходных, две субботы. Ну, может быть, среди недели получится поехать. Так что... Вот, и потом опять так же будут открывать каждый день во влогах, да? Свои эти окошечки каждый день. Поехали. Открой. Дует. Взяли с собой Маргариту, чтобы она выбрала, какой стол ей понравится. Сегодня тепло, да? Не холодно. Ну, даже вон без курток, в одних кофточках. Все, приехали. Сегодня опять народу много. Здесь вечно народ. Не укачало? Немножко. Немножко? Ну все, пойдем. ¿Tú quieres a la antigua? Смотрим. ¿Ah? No, el modelo es como... Ну, смотри, какой тебе vieja. Больше нравится. Это тебе больше что нравится. Либо вот это, либо... Пойдем. Либо вот это. Но здесь нужно зеркало отдельно покупать. Но здесь есть одна полочка вот такая большая. Это para tenedor. Это маленькая, да? Получается, тут одна вот такая вот. И одна вот такая глубокая. А стульчик сколько стоит? 40. Да? Это больше нравится. Ну смотри. Либо стоит сама. Не, мне нравится. Вот тут можно еще что-то поставить сверху. Так, мы нашли тут такие вот коробочки интересные. Чтобы складывать туда что-нибудь. Может, вот такую вот одну? Но ее здесь нету почему-то. Неоткуда взять. Нет. Закончилось. Или вот такие вот. Так, теперь нам нужно найти все. Всю мебель ищем по номерам. Тут у нас номера, и мы ходим, собираем по частям. Стульчик уже взяли. Вот он. Стульчик взяли. Так. Ищем наш туалетный столик. Туалетный столик. Вот он. По картинке видно. Угу. Все, забираем. Почему две коробки? Ну, пускай. Какие-то диференты.
Es mismo número. Все. Готовы. Все, идем на кассу. Так, давай самое легкое бери, а мы с папой. Давай. Это, вот этот пакет бери, да, с этими штучками всякими. Я возьму стульчик, а папа возьмет. А уже. Папа ну, да. Папа большую возьмет. Опа-ля. Все, несем. Несем, несем. Открывай, открывай, папе. Так пешком пойдет? На лифте дольше, пока дождешься. Ну. Здравствуйте, дети! Привет! Как дела? Чего у вас так темно? Чего у вас так темно? Нянька сидит в телефоне. Детей надо развлекать, а не в телефоне сидеть. А он и здесь у тебя тоже поместится, и здесь поместится. Где ты хочешь? Нужно попробовать, где будет красиво смотреться. Мама хотела бы сюда. Будем собирать. Сначала столик, а потом... Стул? А потом стульчик. Я принесу эти ножницы. Аккуратно они делают. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Mm-mm. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me for a pass out. I'm too lonely to be done in my drink at this place. Yeah. Смотрите, тут поцарапано. Стекло бракованное. Да. Что, получается? Так, уже почти готово. Чуть осталось. Сейчас я здесь будет стоять? Да. Он уже весь заляпанный. Ну, понятно, даже стекло. Или туда хочешь попробовать поставить? Нет. Нет? Здесь? Да. Нормально? Да. Собираем нижний ящик. Так, где наша картинка? Нет, надо на полу отдельно собрать сначала. А потом уже его туда. Пока я тут собирала полочку, Маргарита стул собрала уже почти. Нужно наклеить сюда. Так вот. Так. Так. Да. Все? Все? Да. Молодец. Молодец. Надеваем чехол. И стульчик готов. Мягенький такой. Угу. Там приклеивается он что-то? Удобно? Да. Ну все, мадам, ваше место рабочее. Теперь у меня два рабочих места. Да не говори. Вот тут рабочее место и тут. Ну да, учись, тут косметика. Угу. Вот завтра будешь снимать видео, как ты будешь все устраивать. Сегодня. Сегодня уже поздно, нет, я устала, мне нужно учить. Кушать готовить, да. Мне нужно кушать готовить, Маргарите учить. А завтра да. Будешь снимать. Что? Угу. Я сейчас буду делать масочку. Смотрите, у меня есть кисточка. Где ты? Ее надо выдавить, наверное, туда, в чашку. Нету кисточки. Нет. Ну,
Но я думаю, что и так не получится. Почему? Она сильно мягкая, да. Так, я ее уже открыла и сейчас буду выливать в чашечку. Здесь очень мало этой маски. О! Упадет сейчас. Она очень красиво переливается. А, да? Очень красиво. Очень красиво. Очень красиво. Тебе тоже маску сделать? А, это крею. Назитас. Забирайте и уходите. Все. Помиранду пойти? Ага. Чем она хоть пахнет? Здесь очень... Ну, на один раз, конечно, что ты думаешь? Здесь очень-очень мало. На мое лицо не поместится. Не поместится, да, скажи. На твое лицо маска не поместится на твое лицо. Матюка, я масочку. Я видела, что маски лучше не делать, когда у тебя... Что прыщи? Почему? Смотря какие маски. На прыщи. Куда? На лоб. У тебя фундейшн там? Там есть фундейшн? Какой же фундейшн? Тоналка у меня, да. Я же сегодня красилась. Так, я буду к тебе краситься приходить, короче, мадам. Хорошо? Ну, ладно. Аренду буду брать у тебя твое зеркало. Ну, правда, и мамки еще хватит. О, она синяя, мам. На камере она синяя, да. Она фиолетовая, ребятки. Мы намазюкались. Да? Да, смотри сюда. Теперь нужно подождать. Минут, наверное, 10, да? Пока она высохнет. У меня быстро сохнет. Ну, смотря, наверное, каким слоем. Вот оно неоновое. Вот что оно неоновое? Где оно неоновое? Ну вот неоновое! Смотри, какое яркое! Даже. Тут Каролина пришла к нам. Это просто прозрачная? Да. Точно так же, да, пленочка снимается? Чуть маску не вылила, Каля. Вау, вот это маска. Глазки прослезились, видно. Ками-ра-ми-ами. Где мы начинаем? Где у тебя? Давай здесь. О! О! Все. Не, маска классно снялась, она вообще ничего не осталось на видном. Вот тут чуть-чуть вот. Ну, тоже его тут немножко осталось. А так все хорошо. Да? Это же жалко. Какие-то. Ну такая мягкая кожа. Мне волосинки видно. Тебе депиляцию себе сделаешь? Да. Да? Это волосинки? Да, же? Это волосинки. А что, прям с волосами тебе выделилось? Реально. Алло, класс.
Тебе идет. Что ты делаешь? Мне не получается. Делать длинную, да? Нет, она мне сейчас пойдет. Все, девочки, давайте. Всем пока. Спокойной ночи. На тебе обратно туда. Почему ты с собой взяла? Всем пока. Все, спокойно. Девочки, давайте. Выключаем свет, ложимся.